Сотовую связь отключили. Wi-Fi тоже отключен. Эй, Ким Китхак, что ты об этом думаешь? Отец, покажу я им эти документы. Ну и что, по-моему, это не преступление. Ведь в следующем году я правда собираюсь в университет. Это самое настоящее преступление. Сынок. Так у тебя уже есть план. Думаете, это действительно так? Старший сын Китхака идет на собеседование, надеясь получить работу репетитора с высоким окладом. Как же нам это кстати? В 2019 году. От режиссера Пон Чун Хо. Остросюжетная трагикомедия. Паразиты. Скоро на экранах.